ты идешь, ты такой сядь за, за штурвал. Доброе утро. А почему я за рулем в такой снегок? Огонь. Ого, у нас сегодня с утра. Чуть свет сейчас был. У нас с ночью шел снег, до сих пор валит. Просто жесть. Тебя уж не видно. Всем доброе утро! Доброе утро! Время 8 утра. Мы бодры, веселы. Нет. Ну да, ну видно. Да, конечно, мы всегда такие. Ого-го. Пока, доченька. Хорошего дня тебе. Люблю-люблю. А-та-та. Вот, Максим, вам весело будет сегодня на площадке, да? Уже будет детство. Будете снеговика лепить. В садик приехали. А тут такая красота. Интересно, как Макс пойдет. Чую уже не очень по настроению. Мы уже очень долго дома были. Можно было на обратном пути. Видал, какая красота? Видал, какая красота? Айс. Вообще балдеж. Ну что, я дома. Я дома уже часа два. Что-то нужно пора завтрак, короче, готовить. Рассказываю Максимка. Извините, шумно. Пошел в садик не очень хорошо. Хочу сказать для новых зрителей, чтобы было понятно. Мы, конечно, ходим в сад уже очень давно. Но у нас поменялась воспитательница. И вообще много людей уже через нас прошли. Потому что сейчас в Латвии увольняют педагогов из-за того, что, например, они не сдают или отказываются сдавать экзамен по латышскому языку. Ну, это, короче, отдельная тема, неважно. И у нас изменились воспитатели. Сейчас мы прям вместе с вами здесь будем мыть яйца. И рассказывать вам буду. И так как мы еще и дома долго посидели, да, получилось так, что он, ну, совсем не захотел идти. Прям совсем. Сейчас я разобью себе сюда яйца красивенько и вернусь. Я думала завтра его не оставлять спать. Потому что нам завтра к семейному врачу просто на осмотр. Ежегодный, да. Но солила, одной рукой не могла бы. Но сегодня он тоже пошел без сна, но пошел очень и очень, очень тяжело. Он плакал, говорил, я не хочу в садик, я хочу домой. Я ему говорила, что я приду, когда ты пообедаешь до сна. Я сразу, а если ты не придешь, я с ним говорю, Максим, я тебя хоть раз в жизни обманула? Нет, я всегда, когда обещаю, я делаю. Но он так переживал. Что-то с этим садиком у нас стало не то. Я просто помню, как он туда рвался, как он любил ходить в садик. Он все время говорил, что я рано прихожу за ним. Там, 4, там, да, 4:30. Он говорил, попозже, пожалуйста. А теперь не хочет. Только посмотрите, что у нас происходит. Машину уже не видно, скоро будет. Метет все утро, не останавливаясь. Красиво перцем сыпала, если все размазала, да, в итоге. Ну что, готово? Сопельки уберем, да? Пойду смотреть передачу и завтракать.
Приятного мне аппетита. И вам, если кушаете со мной. Пока у меня есть время, я еще намешала соус для шаурмы. Свой классический. Но это уже грязная какая-то. И обжарила куриное филе с специями. Чтобы Полиночка пришла со школы и могла быстренько-быстренько сделать себе шаурму. Потому что потом поедем дальше по делам. Вот. Останется нарезать зелень. Ну, то есть айсберг или капусточку. У меня кто с чем любит больше. И помидорчики, огурчики. И можно будет кушать. Ну все, я поехала за Максом. Когда ребенок до сна не спит в саду, утро проходит очень быстро, на самом деле. Ничего не успела сделать. Расхламляться будем уже день. Какой у нас? 4-й? Уже вместе с детьми. Пойду. Выхожу пораньше, потому что нужно почистить снова машину. Там все завалило. Сколько счастья. Такие сугробы нереальные. Посмотрите просто. Все хрустит. Я старые сапоги достала. Но нужны черные. Кайф. Они так гуляли сегодня хорошо. Даже варежки не успели высохнуть. Поэтому он сейчас без них. Поехали в школу за Полей. Вот такая должна быть зима, да, Максим? Да? Зима. Зима. Пойдем. Ага. Полинка там будет ждать. Давай, давай, давай. Брала детей. Полинку тоже. Они побежали в магазинчик за вкусняшками. И хочу сказать, что я просто еду 35 километров в час, извините. Ну, дороги вот все вот такие, да. И я понимаю, что я сейчас вас нахожусь не на какой-нибудь там центральной дороге, я уже в лесу практически, к дому подъезжаем. Но я ехала по центральным дорогам, и только одна дорога в нашем районе была, причем такая, немноголюдная, да, скажем так, была почищена. Остальные вообще просто толстый слой снега на дороге. Ну, вот так вот они выглядят. Все едут медленно, многих заносят. Я, главное, не видела даже машины, которые чистят улицы. Может быть, они, конечно, в данный момент по мне не встретились, потому что они в других районах. Но я понимаю, они, да, наверное, не успевают, потому что снег вот только сейчас прекратился, грубо говоря, как я в сад поехала, и не идет. А так все утром. Смотрите, какие деревья, да, шикарные. Мне кажется, это очень красиво. Я обожаю. Вот зима должна быть такая. И держим крестики-нолики, ребят, чтобы это все было на Новый год. Ну, правда. Вот 31 и 1. Ну, можно еще там какое-то начало января захватить. А потом все, весна, да? Все. Ну, вот хочется, хочется на Новый год такую атмосферу. Прям реально. Ну, весь декабрь, и вот чтобы так было. Класс. Смотрите, я уже обед приготовила. Кроме шаурмы, у нас сегодня макароны. Я сделала типа гуляша, ну такую, знаете, подливку, но с фаршем. Полинка все время просит, как в школе, да? Ну и вот я экспериментирую. Она все время говорит, там фарш. И не помню, что еще. Но я уже как-то делала недавно. Я часто, в принципе, делаю. Ну и вот сегодня. Она, правда, не знает, но ей это больше сегодня не интересует. Вернее, не так сильно ее это сегодня интересует, как шаурма. Вот, так что довариваю макароны. И скоро Кирилл на обед приедет. Варю здесь буквально 1-2 порции для тех, кто хочет макарошки. В общем, выбор еды сегодня нормальный. Иду, зайка. А кто у нас здесь лежит? Евочка, отдыхаешь, да? Коронное место у тебя? Отдыхай, отдыхай. Мы уже все ложимся спать. Настюша, кстати, прибрала сегодня спальню чуть-чуть, свой шкафчик. Вот. Вчера Настюша прибирала ванну. Разные полочки. Тоже все полностью убрано. Все блестит, все нужное. Все, что не нужное, мы это все взяли и выкинули. Пакетик и в мусорку.
Дети наши уже спят, легли спать, потому что мы вчера легли очень поздно, и сегодня очень, так знаете как, с трудом встали. Это мы привыкли засыпать поздно, вставать рано, а дети не привыкли, и поэтому они уже пошли спать. И вот девочка тоже, опа, где ты? И девочка тоже уже, да? Все, ну куда ты пошла? Ой, ну что? Все, давай спатки. Гулять пойдем завтра. Мне сегодня с тобой лень идти гулять, честно. Пойдем завтра утром. Завтра утром пойдем гулять, да? Да, пойдем. Да, Ева? Так, раз я Еву показал, вам нужно показать и Марсика. Вот он, наш Марсик. Тоже готов спать идти? Да? Ну, чего? Чего? Так что все, давайте, дорогие наши друзья, подписываемся, ставим пальчики вверх. Мы с Настюшей тоже пойдем спать, чтобы завтра утром рано встать и отвезти детей в садик и в школу. И для вас записывать новый влог. Так что все. А там.